О спорте. Завершились финальные игры по волейболу среди женских команд за счет спартакиады работников общества «Газпром добыча на дым». 14 команд разыграли места сначала в предварительном этапе в 4 подгруппах. Затем победители в подгруппах вышли в финальную часть соревнований и разыгрывали с 1 по 8 места. В принципе, все осталось на уровне прошлогодней спартакиады. То есть несколько новых игроков появилось. Вот. Но фавориты все равно остались прежними. Очень хорошие живые игры. Очень все активно, вот, поэтому замечательные эмоции, хорошее настроение. Хорошее настроение не покидало и болельщиков. Они активно поддерживали свои команды. Финалисты играли по 3 партии. Фавориты определились по наибольшему количеству очков. Команда УТТС стала бронзовым призером, «Ямал-Энергогаз» – серебряным, и золото у женской команды управления по эксплуатации вахтовых поселков.